Эй, как дела? С вами снова я, морская свинья. И мы с вами снова в нашей любимой, боже, самой лучшей игре вообще в мире, в офф. Если честно, вы меня всегда просите записать ее, хотя мне она не очень нравится, если мягко так выразиться. Просто я не понимаю ее сюжета, но мне кажется, если я дойду до конца, то это будет маленький подвиг. Что ж, мы хотели пойти в зону 2, и только спустя месяц, что ли, с последнего эпизода, я возвращаюсь к ней снова, чтобы показать вам какую-то великолепную концовку, которую все мне хотят проспойлерить, но я обороняюсь прямо так жестко, чтобы мне точно никто не проспойлерил. Я надеюсь на это. Ты не должен так тихо ходить, это ненормально. Ты не должен так тихо говорить, это тоже ненормально. И вообще, брить голову. Ах-ах-ах, какая жалость, Гюнипик, я прибыл раньше тебя. Мы прибыли в одно и то же время, как и заложено в сценарии. В любом случае, у тебя не было шансов. Вот, держи, надеюсь, это поможет тебе забыть о горечи поражения. Золотую... Что? Некоторые мне писали, точнее не некоторые, а вы как раз таки не некоторые, а как раз таки очень даже нормальные люди мне писали. То, что русский перевод ужасен и лучше играть в английскую версию, но так как вы знаете, я не очень люблю английский язык, ну как не очень. Я его понимаю, но так, отрывками. А мне хочется полностью знать определение предложений. Что за бред? Ладно, давайте золотую плоть. Сейчас я оставлю тебя. Если найдешь что-то подозрительное, то сообщи как можно скорее. Эх, друзья, я не знаю, почему... Почему сейчас только что мне нельзя было двигаться, и какой-то этот Захари не разрешал мне это сделать? Я возмущена. Что нового? Ничего. Ладно, возвращайся, как разведаю что-нибудь. Почему он говорит мяу? Он издевается надо мной. Ладно. Стоп. Это разве не он же был там? Постойте, это тот Захари, который притворяется котом, он находится с правой стороны, а тот Захари, который притворяется человеком, находится с левой стороны. Который смеется. Вы понимаете, в чем это суть этой игры? Нет? Я тоже. Ой, боже, мой микрофон. В конце концов, я же должен заработать немного денег. Продать, купить, продать, купли-продажи. Скучное дело. Сейчас будет чудо монтажа. Слушайте, ребята, я и забыла, что у нас было целых 3 аддона. Апсисос. Секунду. Эпсилос. Эпсилон. Эпсилон, ладно. Звучало очень глупо. Так. Ладно, блок никак не передвинуть. Слушайте, я не хочу сейчас пока ничего. Тут опять знак полумесяца, я не знаю. Лунная призма, дай мне силы. Нет, в этот раз, думаю, не получится. Если бы я пробил трубы, он бы высыпался наружу. Но если он высыпает... Тьфу! Но если он высыпется, я больше никогда этого не получу. Ну, чудно. Я не знаю, о чем он говорит. Вообще, почему меня перебивают? Ладно, если честно, я вообще не понимаю, какая смысловая нагрузка в этой игре, и может автор хотел что-то передать, но то, что может через несколько лет мы придем к такому. Ладно, промотаю эту драку, она очень скучная. Ну ладно, проматывать даже не надо было. Она была настолько скучная, что даже сам монстр решил уйти. Директор сказал, что если мы будем работать хорошо, то нас не оставят. Тем лучше, каждый должен любить свою работу всем сердцем. Это правильно. Подождите, ну что такое вообще, ребята? Что делать? Ну, переключим. И что дальше? Ну, переключим. Что изменилось-то? Сейчас такой бац и монстр. Может, там что-нибудь... Я уже боюсь увидеть там монстра. Слушайте, они так выходят из-за угла, как будто
если я что-то сделаю не то, то появится какой-то другой монстр или какой-нибудь человек, который мне нужен по сюжету. Или хотя бы что-нибудь похожее на человека. Относись к работе ответственно и будешь вознагражден. Цитаты какие-то. Если не будешь работать днем, не получишь сладкого. Что, прекрасная мяу. Цитата? Мяу. Что за бред? Ничего, ничего. Смотрите, в первой же мы почти все сделали, но мне так показалось. Давайте все выключим. Нафиг это все. Может, все-таки сходим. О! Подождите-ка! И что дальше? Ребята. Ну. Да уж. Особая атака углепластиком. Я только ради этого и оставила этот момент. И что? Никакой награды? Это все, что вы мне хотите сказать? Я тут, главное, какой-то рычаг повернул. Подождите. Может, моя теория? Не. Не-не-не. Не подходит. Эх. Карамба. О, мяу. Нет. Мяу. Ну ладно. Не, ну знаете, драться вчетвером намного интереснее стало, чем когда один баттер был. Это было ужасно грустно, одиноко. Он пел песню. Ну что за... Вы объясните мне хотя бы что-нибудь, что делать. Ну намекните. Давайте. Мяу. Я жду. Мяу. Ну что я должен разведать, когда, блин, там фигня эта вылазит? Ой, там есть ячейка 4. Я в первый раз ее увидела. Ну ладно. Это не интересно никому. Может, в третью зону? Ай, да, туда. Опа, мы перевернулись. Временами, когда я ложусь спать, я боюсь того, что когда проснусь, то не обнаружу ног. Что за бред? Кто съест твои ноги? Снег? Я обожаю снег. Это не круто. Когда тут... Я хотела только в снежке купаться. Давайте, может, поиграемся с рычажками этими. Господи, господи, хоть бы не было этих тем. Неужели мне надо каждый так вот брать просто и тупо проверять на третьей зоне? Вы же замучаетесь это сотреть. Например, я замучаюсь. Стойте, а если вот все переключить на вот этот? Вон тот тоже переключить на вон тот? И тот тоже на тот. Ну все, да, вы поняли. Именно так это и делается. Ну-ну-ну. Момент истины, момент истины. Чувак, надеюсь, мне повезет в этот раз. Я думаю, мы с тобой не в первый раз встретимся тут. А-а-а! Неужели? Процедурный кабинет. Ну все. Ну держи. Ну держитесь, ладно. Ну, что там процедурный? Да. Я ожидала этого. Ничего хорошего. Слендер, блин. Так, подождите, а как я тогда это сделаю? Работать каждый день неописуемое удовольствие. Видно, он уже заработался вечно. Бедный, вечный. Я думаю, возникла проблема с десертом. Моя сегодняшняя порция была меньше обычной. Ну, давайте. Ну, начнем. И начнется... Бой. Так, подождите, а там... Там нету. Ну, ладненько. Видимо, тут надо будет ходить по кругу и переключать выключатель.
Ребят, вы шутите надо мной? Упс. Не туда. Аба-ба-ба-ба-ба-ба. Нет, тут аба не подойдет. Подожди. Аба-ба. Аба-ба. Мама мия. Я так поставлю свой знак зодиака. Где? Вот он, лев. Аба-ба-бум. И лев. Ну что ж, ну и солнышко пусть будет. Почему П пишется, когда я рисую солнышко? Ребята. Берегитесь опечаток. Да ладно вам. Я думала, мой пароль абаб. Лев, солнышко работает. Ребят, я признаюсь. Я посмотрела сейчас в Ютубе. Единственного летсплейщика, который прошел эту игру. Он, кстати, американец. Что пароль Ван Гесси. Честно, я не знаю, почему это так. И я даже не хочу, как бы, понимать это. Можете написать мне в комментариях, почему именно этот пароль. Просто я сейчас так ленива, чтобы искать какие-то загадки. Точнее, разрешать. Ты, короче, Шерлок Холмсить. Ну ладно, пароль верный, вход разрешен, и это главное. Нет, нет. Сахар, сахар. Боже, наркоман. Не трогай сахар. Проливайте. А, проваливайте, духи. Сахар, сахар. Убирайся, убирайся, убирайся. Ого, они умеют сами обороняться? Тогда зачем они меня всегда звали? Ты тоже хочешь съесть наш сахар? Нет. Вот они, сладкоежки. Кириешки. Ага, одного убили. Ай-яй-яй-яй. У нас умер баттер, у нас... Никто. В атаку. Мой пробел сейчас вы... Я забыла, как это слово. Выпрыгнет. Порой во время летсплеев это забываешь. Нет, мы должны защитить сахар. Ха-ха, вот вам ваш сахар. Мяу. Здесь ужасно вкусно пахнет. Без сомнения, это запах кучи безупречно белого гранулированного порошка. Похоже на сахар. Я думаю, что это сахар. Ага. Ну да, а что? Ага, удивительно, не ожидала видеть такой ингредиент в этом месте. Быть может, мы найдем ответы в зоне 3? Логика обязует нас переходить третью после прохождения второй, мы же в виде игре, в конце концов. А я вот не так пошла сразу, Захари. Мы должны подходить к решению вопросов конструктивно. Ладно, встретимся, когда ты вернешься, поспеши. Ну ладно, давайте сахарок. Мяу. Кстати, будь осторожен в пути обратно. Работники выглядят слегка недовольными. Я бы даже сказал, что они готовы убить тебя. Мяу. Ладно, увидимся. Ну что за бред? Ну я не хочу с ними драться. Ну, ребята. Что? Почему красный экран? Постойте, это у меня красный экран? Это у меня компьютер ломается, что ли? Подождите. О, я вижу моё пароль. Блин. Почему красным все горит? Мне не нравится это... Не совсем это мне нравится. Фортуна. Ладно. Это, видимо, сейчас взорвется что-то. О, мама. Нет. О, мама мия. Мама мия. Фух. Бред какой-то. Сейчас я сохранюсь. Подождите. А, это было легко. А ты не хочешь меня убить? Ну ладно. Ну и чудненько. Ну что ж, ребята, в зоне 3 мы, наверное, побудем в следующей серии. Я знаю, что серии выходят и так очень нечасто. Как хотелось бы. Я знаю, что вы не очень любите это. А, серия со снежком. Я обязательно ее сниму, потому что я люблю снег.
Ну что ж, с вами была Морская свинья. Это была игра ОФ, долгожданная, непривычная, необычная, немного сумасшедшая, но такая вот она. Что это с экраном? Я не понимаю, почему он красным горит? Всем удачи и пока!